10 мая 2024 год. Выпускал голубят на крышу. Сорвались. Ну, естественно, я их остальных подпугнул. Но кто-то уже вот они сидят. А кто-то вот они летают. Кто-то летает здесь. Ветер сильноват для молодняка, но ничего. Когда-то им надо начинать, надо и сильный ветер проверять, и слабый. Вот есть и неплохие, можно сказать, образцы. Кормачок. Вчера летал вот этот кормачок. И сегодня. Ветерок может держать. Да, болтает его. Ну, парни, это молодежь. Это он здесь.